Видкі рослини здатні прикрасити будь-який сад. Висаджені біля парканів, вони приховають вашу ділянку від сторонніх очей, а голі стіни будинку прикрасяться різноманітними фарбами, квітами клематисів. Саме про ці рослини поговоримо сьогодні у програмі. Види клематисів ростуть у Марини в саду, і вона знає, як за ними доглядати. Марино, поділіться вашими порадами. Віка, я думаю, що і не совру, сказав, що клематис вообще вошел в наші сади як большой любимець, потому що настільки неприхотлива і красива ліана, що я рискнула і посадила у себе в саду 17 различных видов, которые, естественно, радуют меня с весны до глубокой осени. С некоторыми экземплярами мы сегодня и познакомимся. Расскажите докладнейше саме про цей вид клематису. Хочу вас познакомить с моим любимцем. Замечательный клематис фрагизиодос, который похож больше на падающий снег. Он цветет очень миленькими белыми кистями, но цветет достаточно обильно. Клематисы этот дорастает примерно до 7-8 метров. И посмотрите, какие прекрасные стены из него можно создать. Фрагизиодос является одним из лучших декораторов сада. Если у вас на садовом участке или на даче есть какой-то сарайчик или не очень красивый старенький садовый домик, вы можете задекорировать в своем саду, скажем так, не очень понравившийся уголок вашего сада. Чем еще хорош фрагизиодос? Он цветет на побегах текущего года. То есть всю вот эту вот массу, что вы видите, осенью можно состричь до уровня земли, чтобы было чисто в саду и аккуратно. Весной он также быстро наберет силу и отрастет до 7-8 метров в высоту. Марина, расскажите про особенности обрезки клематису, как правильно его обрезать? Существует три типа обрезки клематиса. Первый вид обрезки – это клематисы, которые практически не срезаются на зиму, то есть проводится только санитарная обрезка. Второй тип обрезки – клематисы режутся примерно на метр, метр 50 над уровнем земли. И третий тип обрезки, когда клематис срезается полностью. Допустим, мой любимый фрагизиодос относится к свободному виду обрезки. Что это значит? Если у вас есть время и возможность за ним ухаживать, вы можете его обрезать. Если у вас на это не хватает времени, вы можете оставить его в таком виде, как он есть. Цей вид клематису с дрібними квіточками. А які розміри квіточок є ще у клематису? В природе существует более 300 видов клематисов, и, естественно, они отличаются и размером самой лианы, и размером цветка. Размер цветка может быть от 2-3 сантиметров до крупноцветковых, это 20 и даже до 25 сантиметров в размере. Также клематисы могут быть махровые и немахровые. И сейчас я вас познакомлю с одним замечательным сортом, махровым сортом клематиса, который называется Жозефина. Мы с вами подошли к клематису, который называется Жозефина. Это махровый сорт розово-фиолетового оттенка, такие как помпончики. Этот, в принципе, как и все махровые сорта, они не очень большие. Сорт дорастает примерно до 2,5-3 метров, как на побегах текущего, так и прошлого года. Марина, я бачу, что клематис плетется по опоре. Потрібна для клематису саме така опора чи, можливо, якась інша? Ви правильно замітили, опорам треба уділяти особливе увагу.
так как клематисы – это лиана, которая очень боится ветров. И чтобы не поломать сам клематис, сразу необходимо сделать крепкие, хорошие опоры. Их можно сварить самим. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Некоторые меня спрашивают, можно ли просто натянуть веревочку. Сразу могу сказать, что веревочку, конечно, вы натянуть можете, но растение будет страдать. Его поломает ветер, его могут поломать дожди, ну и какие-то вот плохие погодные условия. И вам придется подождать, когда клематис нарастит заново свою массу. Марина, який з видів клематисів, які ростуть на вашій ділянці, набули більшої популярності? Одним із самих популярних видів клематисів є вільделіон. Замечательная лиана, дорастающая до 3-4 метров в высоту, которая относится к третьей группе обрезки. На осень обрезается до уровня земли. Клематисы на самом деле просыпаются очень рано и достаточно температурой плюс 3-5 градусов весной, чтобы начался активный рост. Что нужно еще клематисам для того, чтобы он хорошо рос и развивался весной? Это, естественно, влага. Клематисы очень любят водичку, но умеренную, не перевлажнять, главное, чтобы не гнила корневая система. А так клематисы водолюбивые растения, поэтому желательно корешки у клематисов притенять. Чем лучше притенить? Притенить можно растениями, которые относятся к группе однолетних. То есть какие-то купили понравившиеся вам семена, посеяли и подсадили в ноги клематисы. Марино, отже, загалом розкажіть, чи важко доглядати за клематисом з моменту його посадки до цвітіння? І, до речі, яким способом краще посадити клематис? З контейнеру чи з насіння? На самом деле клематис достаточно неприхотливая лиана. Главное правильно посадить ее. Как правильно посадить? Если вы купили растение в контейнере, значит, нужно углубить клематис примерно на 10-12 сантиметров, закопать его поглубже, тогда он хорошо нарастит корневую систему и, соответственно, даст хорошие приросты весной. Посадка клематиса с семенами достаточно кропотливое занятие. Всходят они, скажем так, очень капризно, очень долго. Конечно, вы можете попробовать поэкспериментировать, но сразу хочу вам сказать, что такой замечательный куст вы можете увидеть только через 4-5 лет. Клематисы на вашей ділянці растут поруч с плотистыми трояндами. Як вони себе почувають? Есть виды роси клематисов, как раз, которые друг друга замещают. Отцветает роза, зацветает клематис и наоборот. Так что розы с клематисами – большие друзья. Вообще, я думаю, что клематис – хороший сосед любому растению. Но есть единственное «но». Клематис не переносит тень. Он любит солнышко, и в тени он просто не будет цвести и развиваться. Клематиси дружелюбні. Поруч з ними ростуть майже усі рослини. По сусідству з плетистими трояндами вони утворюють неймовірно красиву живу огорожу. Як бачите, догляд за клематисом не важкий, але потребує затрат часу. Однак ця рослина подарує вам можливість милуватися її цвітінням влітку.